В ЛНР задержали пособника ВСУ, собиравшего данные о российских военных. Сотрудники органов безопасности ЛНР задержали жителей республики, передававшего службе безопасности Украины данные о месторасположении российских войск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР задержан гражданин Украины 1959 года рождения, который с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки, оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Денником, Ревенко, Андреем Вадимовичем, рассказал собеседник агентства. По его словам, подозреваемый передавал сведения о дислокации и передвижении российской военной техники и подразделений Народной милиции ЛНР. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». В начале ноября источник РИА Новости также сообщил о задержании в ЛНР пособников СБУ, которые передавали информацию для нанесения украинскими солдатами ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей. С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По его словам, конечная цель – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.